Щебеночные основания дороги укрепляют дорнитом. Это дорожный геотекстиль, который укладывают, чтобы щебень не проваливался в песок. При такой технологии увеличивается долговечность строящейся дороги. На заводском шоссе проводятся реконструкции с полным снятием грунта, заменой коммуникаций и обустройством нового метрового дорожного пирога. Работы уже проведены на первой очереди заводского шоссе. Сейчас идет строительство второй. Сейчас мы находимся на этапе самом сложном, когда идет замена всего сетевого хозяйства. Поэтому в данной части, проезжая часть, только там, где уже все готово, сети уже все уложены, только тогда мы делаем проезжую часть. Самый сложный участок – это, конечно, проезд Мальцево и 22-й партсъезда, потому что там очень много сетей 40-х годов. На этом участке уже в среду начнется укладка первого слоя асфальта. Пока это всего 300 метров. Сегодня ход работ проверил первый заместитель главы Самары Максим Харитонов. Заводское шоссе – стратегически важная дорога, которая ведет к промышленным предприятиям. От его состояния зависит инвестиционная привлекательность региона. Реконструкции проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Контракт общей стоимостью 650 миллионов рублей заключен на 2 года. Срок исполнения – ноябрь 2020-го. Как только вторая очередь будет готова, по всему заводскому шоссе поедут автомобили. В первую очередь вы видели, если ехать с «Авроры», то есть, в принципе, все полностью выполнены работы. Уложен асфальт, нанесена разметка, установлены борта, ограждения, светофоры. То есть как бы все в полном рабочем режиме может функционировать, как только у нас все эти две ветки свяжутся. То есть как только здесь будет полноценный проезд до 22-го партсъезда, то, соответственно, эта работа будет завершена полностью. Ширина дорожного полотна будет 16 метров, по обе стороны трехметровые тротуары. Плюс строительство ливневой канализации, устройство столбов освещения и полное благоустройство территории. Так как это уже сделано в прошлом году на первой очереди дороги. Олег Зверев, Константин Головин, «События».